поздравляю с победой, но тем не менее была и первая игра с Побегигитом. Скажи, как настраивались, знали, что противник достаточно сильный? Настраивались серьезно игру, но у нас проблема огромная в составе, то, что не хватает замен. Ну, сыграли как могли, поборолись. Но я считаю, что достойно сыграли, 4-2 проиграли лидерам дивизиона. А во второй игре собрались, у нас и замены появились. Ну и выиграли уверенно. Насколько понимаю, китов сложнее было преодолевать. Китов сложнее было преодолевать, потому что они более опытнее, более сыгранней. А у нас команда в основном не особо слаженная, потому что первый сезон, получается, второй круг, мы в таком составе играем. Все. Как-то помимо непосредственно игр на тренировках встречаете, нет, решаете вопросы с сыгранностью? Нет, только все в группе ВКонтакте. Придете на игру? Да, придем. Не придете? Ну и ладно. Прекрасные методы. Какие сильные стороны можешь выделить у вторых своих соперников, у Маккаби? У китов нападающие и игра в пас. У второй команды боевой настрой.